Сегодня в Мирном отмечают мордовский Луганяса-Келуняс, или праздник березки, и татаро-башкирский Сабантуй. Эти два праздника проходят после весенних полевых работ. Праздник в городском парке Алмазной столицы открыли хороводом дружбы. Представители разных народов, взявшись за руки, пели русскую народную песню. Люди пришли в ярких национальных костюмах. Затем мордовская община провела обрядовую церемонию. Виновницу торжества березу украсили пестрыми лентами, у корней положили подарки, чтобы уважить и задобрить дерево-сорицу. А представители национальных общин и творческие коллективы Дворца культуры «Алмаз» устроили концерт. Обычно на таких мероприятиях люди не только общаются, для мирненцев это возможность познакомиться с традициями, обычаями и богатой культурой разных народов, которые проживают на территории Алмазного региона. Такие мероприятия проводятся, чтобы каждый национальность мог показать свои игры, свои костюмы, свои обряды, свою кухню. У нас же город Мирный, много национальностей. Как и принято, гостей праздника пригласили к столу. Каждый смог попробовать пышные блины по-мордовски, лем – мясной суп, который готовят на костре непосредственно по этому случаю. Изюминка Якутии в мордовском супе. Брусника. Сабантуй не обходится без спорта. В соревнованиях по борьбе куреш определяли сильнейших. Держа друг друга за пояс, соперники старались уложить противника на татами. Дети соревновались в национальных подвижных играх, прыгали в мешках и боролись подушками. Всем участникам достались призы, а детям – сладкие подарки. Ивана Филиппова, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край».